Представьте, вы остаетесь в комнате один на один с малознакомым человеком, и вдруг между вами возникает неловкая пауза. С вами бывало такое? Больше вам не придется об этом беспокоиться, потому что теперь вы можете воспользоваться одним из этих крутых фактов, чтобы растопить образовавшийся между вами лед. Однажды Facebook создал двух чат-ботов с искусственным интеллектом, которые могли общаться между собой. Но вскоре эксперимент пришлось прекратить, потому что боты начали общаться на языке, понятном только им самим. Дегустатор кофе Джинаро Пеличча, работающий в сети кофеен Коста Кофи, застраховал свой язык на 13 миллионов долларов. Он утверждает, что его вкусовые рецепторы имеют решающее значение в профессии, поскольку позволяет ему различать тысячи вкусов. Спорю, что эта новость у всех на языке. Если вы хотите выразить в сообщении иронию или сарказм, то можете воспользоваться перевернутым знаком вопроса. Или лучше нарисуйте его. Когда по Земле еще бродили динозавры, на Луне продолжали извергаться вулканы. Не уверен насчет связи между этими событиями, но можно попробовать. Когда королева Елизавета посетила съемочную площадку «Игры престолов», она отказалась сидеть в теперь уже легендарном кресле. Видимо, королева не может сидеть на любом приглянувшемся троне. Иностранный престол для нее недоступен, даже если он вымышленный. Согласно переписи 2010 года, в Монове, небольшом городе в Небраске, проживает один человек. Единственная женщина одновременно является мэром, библиотекарем и барменом. Ваша честь, дайте мне коктейль и вон ту книгу. В 2006 году работник компании Coca-Cola пытался продать новейшую разработку работодателя одному из ее главных конкурентов – Pepsi. В ответ Pepsi сообщила Coca-Cola об инциденте. Да, когда дело касается закона, эти ребята за честную конкуренцию. Канадцы настолько вежливы и говорят «простите» так часто, что страна приняла закон, согласно которому извинение не может считаться признанием вины в суде. Простите. Исследователи обнаружили, что загадочные тихоокеанские полярные акулы живут в подводном вулкане под названием Кавачи, недалеко от Соломоновых островов. Чтобы узнать о них больше, ученым пришлось отправить туда роботов, поскольку человек не способен выдержать жар и кислотность местной среды. Крокодилы – очень несчастные животные, потому что не могут высунуть язык, ведь он крепится к небу. А вот ближайшие родственники крокодилов, аллигаторы, могут делать это безо всяких проблем. В 2009 году Стивен Хокинг организовал вечеринку для путешественников во времени, но не объявил о ней заранее, чтобы убедиться, что на вечеринку придут только люди из будущего. К сожалению, никто так и не объявился. Если нагреть магнит до 80 градусов Цельсия, он потеряет свои магнитные свойства. Да, не очень притягательно. Подсолнухи способны очищать радиоактивную почву. Вот почему японское правительство отправило жителям Фукусимы больше 10 тысяч упаковок семян подсолнуха с просьбой их посадить. Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему бананы имеют изогнутую форму? Нет. Все потому, что они растут не к Земле, а к Солнцу. Это значит, что им приходится преодолевать гравитацию. Это объясняет их изгиб. В 2016 году огромный рой из 20 тысяч пчел два дня преследовал машину женщины, потому что внутри была заперта их королева. Когда женщина припарковалась в первый день, пчелы сразу же забрались внутрь, и пчеловодам пришлось их выгонять. Но на следующий день они вернулись, потому что королева все еще была внутри. Больше 75% продуктов в мире производится всего из 5 видов животных и 12 видов растений. И хотя людям известно о нескольких сотнях тысяч видов съедобных растений, от 250 до 300, используют они всего 150-200 растений. Капризы, капризы. Если срезать кактус сагуару в Аризоне, есть большая вероятность следующие 25 лет провести в тюрьме. Жестко. Во время охоты горностаи, это млекопитающие, похожие на ласку, прыгают, крутятся, вертятся и выполняют безумные трюки, чтобы привлечь внимание кроликов. Такие движения их гипнотизируют, и горностаи могут подобраться для атаки поближе. Когда трейлеры только появились, их показывали в конце фильма. Именно отсюда и название. В переводе это значит «прицеп» или «хвост». Но поскольку люди редко оставались до самого конца, трейлеры становились бесполезны, и их начали показывать перед фильмом. У
кальмаров и осьминогов есть клювы. Они состоят из кератина, как наши ногти или птичий клюв. Среднестатистическому мужчине становится скучно после 26 минут шопинга, тогда как среднестатистическая женщина может провести в магазинах целых 2 часа, прежде чем захочет сдаться. Первый в мире мотель был открыт в 1925 году в Сан-Луис-Обиспо. В то время нужно было заплатить всего 80 рублей за апартаменты с 2 комнатами, кухней и личным гаражом. Эх, были времена. Думаете, они предложат ту же цену, чтобы отпраздновать сотую годовщину в 2025-м? Неа. Они закрылись в 91-м. Как показывает исследование, американцы не считают состоятельным того, у кого есть всего 1 миллион долларов. Чтобы считаться богатым, у вас должно быть минимум 2,5 миллиона долларов. Серьезно? Около 40% когда-либо добытого на Земле золота было получено из одного места – плато Витватерсанд в Южной Африке. Это богатейший золотой прииск из когда-либо обнаруженных. Морские выдры, особенно мамы и детеныши, спят, держа друг друга за руку, чтобы ночью их не унесло течением в разные стороны. А если выдре не за кого держаться, она просто заворачивается в водоросли. Галактика Млечный Путь, в которой мы живем, имеет ширину 105 700 световых лет. Разве не захватывает? Учитывая, что один световой год – это расстояние, которое свет преодолевает за год, двигаясь на скорости больше 300 000 км в секунду? Нет, сами считайте. Несмотря на маленький размер и хрупкость, божьи коровки источают аромат, к которому люди очень чувствительны. Львы способны рычать в 25 раз громче бензиновой газонокосилки, и их рык можно услышать на расстоянии 8 километров. Если услышите его ближе, уносите ноги. Учитывая, что в США проходит 1200 торнадо в год, страна держит рекорд по количеству смерчей в мире. А вот в Британии, сюрприз, проходит самое большое количество торнадо на квадратный километр. Венера и Меркурий – это единственные планеты в Солнечной системе, у которых нет лун. В сумме на планетарных орбитах нашей системы находится 176 лун, часть которых больше самого Меркурия. Пираты носили серьги не для того, чтобы лучше выглядеть, а потому что считали, что это защитит их от плохого зрения, слепоты, морской болезни и даже не даст утонуть. А еще они звали их Серги. Нет, это я придумал. Горы на Венере покрыты металлом, похожим на морозный налет. Первый будильник был придуман в 1787 году, но он мог звонить только в 4 утра. Понадобилось несколько десятилетий, чтобы он мог звонить в любое нужное время. Солнце весит примерно в 330 000 раз больше Земли. А еще оно настолько огромное, что наша планета поместится в нем 1 миллион 300 000 раз. И только задумайтесь, Солнце занимает 99,85% массы всей Солнечной системы. Одна из лун Сатурна, Энцелад, обладает настолько ледяной поверхностью, что отражает больше 90% солнечного света. Именно поэтому там так холодно – минус 237 градусов Цельсия. В Кремниевой долине стоит статуя Николы Теслы, сербско-американского инженера и изобретателя. Статуя раздает бесплатный Wi-Fi, как дань его видению беспроводной связи. В Швейцарии запрещено держать всего одну морскую свинку. Поскольку эти животные очень общительные, считается, что одиночество плохо сказывается на их здоровье. Обоняние составляет 80% вкуса, поэтому при заложенном носе лук, картошка и яблоко будут одинаковы на вкус. Не только люди могут быть левшами или правшами. Оказывается, большинство самок кошачьих чаще всего используют правую лапу, а самцы – левую. А вот Па умел писать двумя лапками. Тик-так получил свое название из-за звука, который издают дрожжи при встряхивании контейнера. Самая высокая известная нам гора в Солнечной системе – гора Олимп на Марсе. Ее пик достигает 26 километров в высоту, а значит, этот монстр в 3 раза выше Эвереста. К тому же марсианская гора занимает огромную площадь размером 310 800 квадратных километров, что по размеру превосходит Аризону.
почти 95% людей предпочитают писать то, чего не хватило смелости сказать лично. Трусы. Удар молнии может быть в 5 раз жарче поверхности Солнца, достигая температуры 29 700 градусов Цельсия. Кенгуру не могут прыгать, если хвост оторван от земли. Очевидно, что они используют его для равновесия, и если он не в деле, они попросту падают. У вас есть привычка покупать чересчур много книг, складывать их в доме и никогда не читать? У японцев для этого есть специальный термин – цундоку. Каждые 10 лет ткани мозга теряют около 10% длины, а если в вашей жизни очень много стресса, они сокращаются еще быстрее. Мне нравится такое оправдание. Змеи могут помочь людям предсказать землетрясения. Они способны не только почувствовать приближающуюся природную катастрофу на расстоянии 121 километра, но и учуять ее за 5 дней до того, как все произойдет. Вау! За всю свою жизнь среднестатистический человек проходит около 177 тысяч километров, что практически равно 5 обхватам Земли. А потом еще нужно вернуться домой. 18 апреля 1930 года диктор радио BBC честно сказал, что «новостей нет». Вместо этого в тот небогатый событиями день по радио играла фортепианная музыка. Эх, если бы они поступали так сейчас. Непал является обладателем самого необычного в мире флага. И даже больше, в конституции страны прописана специальная статья, которая объясняет шаги его создания. И, наконец-то, бонус! Фраза «растопить лед в разговоре» восходит к технике, которую использовали на Титанике в первом классе, чтобы помочь богатым и знаменитым легко начать непринужденную беседу. Нет, на самом деле я это придумал, но вы можете использовать этот факт, правда. Скорее всего, вам даже удастся рассмешить незнакомца. Это будет круто! Если сегодня вы узнали что-то новое, поставьте этому видео лайк и поделитесь им с другом. А вот и другие ролики, которые могут вам понравиться. Просто нажмите слева или справа и оставайтесь на яркой стороне жизни.